Такой дом под снос, это что-то из фантазии. Владимир Иванович живет в доме на Ленина уже 11 лет. Переехал сюда, будучи на пенсии, сейчас ему 83. Рассказывает, дом крепкий, теплый, да и жить в центре очень удобно. Уже когда ноги не ходят, в центре выйду, погуляю, до площади дойду, порадуюсь за Красноярск, мой любимый. Но любимый центр для Владимира Ивановича вскоре может стать недоступен. Это-то еще порядка 25 домов попали в список под снос. Все из-за строительства новой схемы теплоснабжения. Проект уже вынесли на общественное обсуждение. Всего под расстрел могут попасть около 300 домов во всем городе. Снести их должны к 2033 году. Большинство зданий ветхие и аварийные, но встречаются и вполне новые многоэтажки. Например, дом на Ленина 128. На какие средства будут сносить здания и куда переселят жителей, в проекте не уточняют. А между тем, пострадавшие от сноса не только жители, но и предприниматели, ведь первые этажи центральных сталинок заняты бутиками и ресторанами. Сложнее с нами, с предпринимателями, потому что лично вот наш бизнес находится там в аренде. Безусловно, собственнику могут и компенсировать какие-то издержки, но не секрет, что мы туда вложили достаточно много средств, а вот кто нам компенсирует и каким образом это вот будет учитываться? Но ответа на этот вопрос в проекте тоже нет. Вся эта история в принципе выглядит очень странно. По документам, разработкой проекта теплоснабжения занималась некая инжиниринговая компания «Витэнерго». Базируется она в Московской области, и, судя по всему, она же и составляла список жилья под снос. Мы сегодня дозвонились в эту фирму и услышали весьма неожиданный ответ. План сноса советского жилья – это разрабатывается администрацией. Мы просто вносим корректировки в соответствии с существующими планами по сносу. В администрации же уверяют наоборот. Списки составляла компания-разработчик и, видимо, что-то напутала. Ну, люди, проектировщики, инженеры готовили схему, посчитали, что домов при развитии застройки, что их не будет, что будет здесь какая-то застройка. Значит, ну, и решили, что здесь что-то будет другое. Вот и получается весьма интересная история. Проект подготовили, даже выставили на обсуждение, но содержание его как будто никто и не проверял. Как Емеля в сказке, и так сойдет. Конечно, сейчас в мэрии пообещали, сносить дома никто не будет, по крайней мере, в ближайшие годы. Да и саму схему теплоснабжения тоже будут пересматривать. Софья Питеркина, Виталий Субботин, Новости ТВК.